После того, как мы с мужем потеряли дочь, мы молились, чтобы снова увидеть ее. И она ответила нам. А потом попросила разрешения вселиться в куклу. Но мы быстро поняли, что это не наша малышка. Мы думали, помощь девочкам будет искуплением. Это наш новый дом. Сестра, вы говорите, что даже если мы не можем видеть Бога, мы все равно чувствуем Его присутствие. В этом доме я чувствую присутствие чего-то другого. Джанис нашла куклу. К ней нельзя приближаться. Она ходит. Простите меня, сестра, ибо я согрешила.